Всех приветствую. Сегодня приехали на то же поле, где были в прошлый раз. Собрать то, что не забрали в тот раз. Еще поискать. Вот первый раз сходили. Вот это с прошлого раза находки. Зуб от погрузчика, там угольники, два лемеха, там обломки. А это вот сейчас поднакопали. Две полки выпало. Мелочи много всякой тяжелой такой, полоски, чугунные крышки всякие. Сейчас, короче, пойдем за вторым, за второй ходкой. И по пути еще будем искать. Поилочки целые, нормально весит. Правда, сегодня ветрюга. Но обещают еще дождя много, но не знаю, будет или нет. Осень на дворе наступила. Вот. Все, что было припрятано на этих полях, плюс еще сейчас нашли, вот получилась такая куча. Уже, наверное, больше соточки будет. Сейчас вот буквально только что нашел вот целую косилку и кусок. Все, пока это оставляем тут. Сейчас нашел, короче, кусок дышла от тракторной телеги. Здесь сломавшим было, наверное, скручено как-то и опять сломалось. Лежало вот тут в колье закатано. Ничего, нормальная железка получилась. Выпала ось вот от телеги тракторной. С виду как бы и целая. По размерам, кто не знает, вот примерно вот такая увесистая штука. Лежала вот. Брат что-то нашел. Что-то частенько такая штука попадается. Не знаю. От деревянной телеги, походу. Поворотная штука. Что там еще-то? Что, жилу нашел? Нельзя. Кого искать. Мелочь. Чугун. Крыши. Меняйте. Принеси мне спитер, да пиво. Так что продолжаем. Походили, в общем, тут в округе, это уже деревня, вот здесь по низине. Попадается всякая такая запчасти от колес, да, запчасти от машин. Даже написано какая-то приблуда с СССР. Бубенчик попался, правда какой-то железный. Покрыт чем-то был и заржавел. Вот таких колец много. Это от вот этих колес середина вот, деревянная там. И потом внутри еще вот такая втулка идет. Крутится ось. А этих колец вот таких маленьких по 4 штуки. Два побольше, два поменьше. Вот этот обод и вот эта втулка. Потом вот такие колечки попадаются. Топорик попался такой. Лопаты гнилые, в общем. Какое-то чугунное колесико выпало. У кого-то выкопан алюминиевый баллончик.
короче, отрава от насекомых. Ну такая деревенщина попадается. Сейчас еще походим, посмотрим. Мошку опередить. По полям очень уж, блин, много ходили. По деревне трава большая. В этой деревне очень много яблок. Яблонь. Короче, и попадаются довольно-таки вкусные. Вот это, походу, по вкусу белый налив. Конечно, еще рановато. Сегодня 31 июля. Но которые вот желтенькие такие яблоки, то такие более-менее вкусненькие. А которые такие вот еще зеленые-зеленые, очень грубые. Но по вкусу как белый налив. Недельки через две вообще, наверное, хороший будет. Правда, в этом году мелкие. Мелкие очень. У нас засуха. Дождей не было. Нормальных. Давно. Вот такие небольшие. Но обычно они такие вот. Целую руку. Рядом это невкусное. Там вон тоже горькие какие-то. Но тут целая деревня яблонь. Особенно с той стороны дороги. Вот. Тут дорога идет, там сзади. Так что можно. Ну, походить по деревне. Повыбирать яблонь очень много. Сейчас наткнулись вот здесь на такое местечко. Тут просто до хрена сигналов. Попадается вот такое вот деревенское старинное железо. Всякие полоски, тяпки, тут эти стремянки от телег от деревянных, колечки всякие, полоски, ведро раздербанено на куски. В общем, такое. Скобы, трубки, прутки. Деревенщина, в общем. Короче, оставшее только то, что звучит не особо. А то, что звучит, звучало хорошо. Практически все выкопано. Наверное, на сегодня все. Уже 6 час. Да уже и подустали. Короче, я возвращался, ну, на точку сбора. Здесь зацепился за такое место. Много таких сигналов хреново идущих. Там 13-19. Просто решил попробовать, что здесь такое, и начали выпадать такие вот всякие запчасти. Какие-то пальцы или прутки, колечки, от плуга, от лошадиного запчасти. В общем, всякое разное. Лопата попалась обломанная. Ну, такое не крупное, но вес имеется. Здесь лежало все. Здесь, вот здесь. Земля настолько сухая, что сплошная пыль. Но копается довольно-таки неплохо. Средней такой жесткости. А если проехать туда дальше, к следующим деревням, там поля будут почти из одной глины, вот там вообще лопату не бить. Ну, скорее всего, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алексей. Увидимся в следующих видео.